Салют всем, с вами Криптомакс, и у нас в обзоре ICO проект Buying. Buying.com – это первый протокол электронной коммерции, который позволяет покупателям напрямую покупать у производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Это платформа для децентрализованной электронной коммерции следующего поколения, которая использует возможности распределенной книги наряду с инновациями в области массового ценообразования, логистики в режиме реального времени, электронной коммерции и криптовалюты. На данный момент существует данная проблема. Потребители и предприятия хотят получать скидки на цену крупных покупок, однако выполнение количества покупок MOQ является более дорогостоящим, чем может позволить себе большинство индивидуальных потребителей. У проекта buying.com есть решение. WeBuy. Мы используем покупательную способность миллиона потребителей и малых предприятий. Наша функция Prime протокол WeBuy паразит уровни розничной торговли производителей оптовиков или ликвидаторов MOQ, чтобы предложить наилучшую ценовую политику для продуктов. Каждый человек получит лучшие цены, объединив свою покупательную способность с другими людьми, заинтересованными в покупке тех же продуктов. Buying – это первая в мире вертикально интегрированная платформа для электронной коммерции на блокчейн. Также у проекта есть свое приложение, которое называется DPA. DPA, которая в настоящее время строится на нашей команде разработчиков, будет дополнительно прозрачным сообществом для комментариев и обратной связи. Мало того, что это приложение станет домом для нашего портала покупкам, но оно также будет включать в себя единственное социальное сообщество. В нашем сообществе есть функции, в том числе уникальная система классификации поставщиков и продуктов, место, где потребители могут делиться мыслями, портал для подачи запросов. Использование MOQ изготовителей будет стимулировать наших пользователей к совместному участию в сделке для достижения квоты, а также для создания нашего членства в интернете. Приложение сможет напрямую связываться все профили социальных сетей, включая последние социальные платформы третьей сети. Партнерская компания, которая называется dropshipper.com, уже заселена более чем 2 миллионами товаров многими производителями, дистрибьюторами и продавцами электронной коммерции. Это стратегическое партнерство предоставляет ресурсы для уже работающих приложений для Android и iOS. Команда будет строить и масштабировать платформу прямого доступа к потребителю primepoker.com. Наша платформа прямого доступа к потребителю повысит прибыль от бизнеса, быстро достигнув максимального количества заказов, что достигается за счет объединения покупательной способности отдельных потребителей. После того, как MLQ будет удовлетворена, продукт будет отправлен и получен в нашей полной системе децентрализованной экосистемы на передней двери клиентов быстрее и дешевле. Основной целью данного проекта является создать первую платформу электронной коммерции, которая позволяет онлайн-магазинам и потребителям покупать напрямую у производителя. Это платформа для децентрализованной электронной коммерции следующего поколения, которая использует возможности распределенной бухгалтерской технологии наряду с инновациями в области массового ценообразования, логистики в реальном времени, электронной коммерции по требованию 2 часа гарантированной доставки и криптовалюты. На этом все, друзья. Спасибо, что посмотрели данный видеообзор. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на социальные сети данного проекта, которые будут ссылочки в описании под видео. Следите за последними новостями. Будьте в курсе всех событий. Всем удачи. До новых встреч.